Shaki. Habibi, I love you, I need you. Habibi, غني لي وخليني معك. Habibi. Старца однажды спросили, что больше всего изумляет тебя? Он ответил, человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги, чтобы восстановить свое здоровье. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что он никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто он никогда не умрет. А умирая, он жалеет о том, что он никогда не жил.